Во все времена года хорваты обязательно найдут повод для народных гуляний. Будь это музыкальный, театральный или кулинарный фестиваль, наткнуться на них можно в разных городах, особенно если поинтересоваться этим заранее. Попробовать национальные хорватские блюда можно в прибрежных городах и даже поселках. Можно наблюдать за их приготовлением и дегустировать. В Загребе регулярно устраивают кофейно-шоколадные и винные фестивали. В Дубровнике можно попробовать мармелад, а в Истрии – трюфели. В поселке Малый Стон неподалеку от Дубровника с 19 по 23 марта проводится чествование устриц. С 5 по 15 марта в Загребе устраивается ресторанная неделя, все цены на блюда хорватской кухни фиксированные составляют всего 100 хорватских кун. Помимо блюда, покупателю предлагается бокал вина. Национальная кухня Хорватии – знаменитые блюда, напитки и деликатесы. Посетить музыкальный праздник можно в районах Далмация и Истрия, жанровое разнообразие среди исполнителей велико. В число участников входят клапы, местные коллективы, выступающие акапелла. Помимо выступлений музыкальных коллективов, на подобных мероприятиях проводятся танцевальные соревнования. Некоторые музыкальные фестивали длятся несколько месяцев. Из самых известных можно назвать Биеннале и Руянфест, оба проводятся в Загребе. Здесь же, в столице Хорватии, проводится конкурс современного танца, а в Ровине соревнуются танцоры сальсы и исполнители барочной музыки, в своем роде уникальный. Шопинг в Хорватии, где и что можно купить на острове Раб ежегодно, начиная с 14-ти, проводится исторический турнир арбалетчиков. Здесь же каждый год устраиваются две недели рабской феерии, фестиваль посвящен святому Христофору, защитнику рыбаков и ремесленников. На средневековое костюмированное шоу также можно посмотреть на острове Корчула, где устраиваются рыцарские турниры, а в Задаре можно стать участником костюмированной программы о пиратах. Аэропорты Хорватии там, где вода, там яхты, гонки на яхтах, выставки и даже продажа. Фестиваль яхт уже 20 лет проводится в Сплите, в начале апреля. Обладатели яхт участвуют в регате, производители представляют новые модели, поклонники спорта даже приобретают яхты для себя. По желанию, на яхте можно даже прокатиться, чтобы проверить ее технические характеристики. Карнавал в Риике начинается в середине января и длится до начала февраля. Участники шествий заранее продумывают свои костюмы, славянские, европейские, даже венецианские. Два участника карнавала, мужчина и женщина, награждаются титулами барона и королевы, мэр передает им ключи от города, после чего начинаются всенародные гуляния. Завершается карнавал шествием, в котором участвуют все желающие и тогда же сжигают чучело зимы. Это далеко не полный список всех празднований и фестивалей Хорватии. Правда в том, что отправляясь сюда в любое время года, можно наткнуться на мероприятия по душе. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.